Дорогие товарищи, еще в конце 1921 года, когда советское государство залечивало тяжелые раны гражданской войны, великий Ленин в беседе с инженерами-изобретателями говорил: «Пусть вас не огорчает, что некоторые товарищи не верят в замечательные будущие космонавты. А я вот верю, глубоко и твердо верю, пойдет 20-30 лет, а может и все 50, и советский человек, именно советский, совершит это сказочное путешествие. Это будет большим, чудесным праздником науки всего мира». Thank you.
brothers are aligned, and we have a good visual on them. Thank you.
allucinante encuentro.
Thank you.
your friend.